Внимание! Пожарная тревога! Всем срочно покинуть помещение! На сцене Дворца культуры «Современник» произошел пожар. После сообщения о возгорании на место были немедленно стянуты силы МЧС, Управление гражданской защиты, медики и полицейские. Работники культуры уступили место на сцене огнеборцам. Тех, кто не смог выбраться из задымленного помещения самостоятельно, эвакуировали бойцы газодымозащитного звена. В крупнейшем городском учреждении культуры впервые в 2012 году прошли масштабные пожарно-тактические учения. Вспоминаете, как действовать при пожаре? Мы их не забываем. Мы постоянно повторяем, как что надо себя вести. Первым делом нужно позвонить 01. А потом? А потом бежать. Что нужно делать при пожаре? Ну, при пожаре в первую очередь надо сообщить, конечно, сообщить пожарную охрану на 01, значит. Когда дело горит, свою фамилию и при возможности помогать по тушению пожара. Пока культработники освежали в памяти правила пожарной безопасности, огнеборцы и все сотрудники привлеченных служб успешно справились со своей задачей. В тушении пожара условно принимали участие 10 единиц пожарной техники, также 49 человек личного состава. По результатам учений, значит, была проведена эвакуация работников ДК «Современник», было эвакуировано всего 42 человека, и пожарными подразделениями было найдено на месте условного пожара двое пострадавших, которые эвакуированы, переданы в бригаде скорой помощи. Действиям пожарных во время учений была дана положительная оценка. Анна Сазонова, Игорь Ведаков, телерадиокомпания «Заречный».